Привіт всім людям доброї волі. Ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – Міжнародний день ромів, який відзначається 8 квітня. І у нас в гостях голова обласного товариства ромів, керівник народного циганського ансамблю «Бахтале», заслужений працівник культури України Володимир Юрковський. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии. Ничего, что я примерила ваш цыганский платок. Прекрасно. Телезрители. Посмотрите, какая красота на мне. Ну, цыгане есть цыгане, и какие цыгане без цыганского платка. И поэтому сегодня я даже немножечко поработаю и цыганкой. Владимир, будьте добры, 8 апреля отмечается Международный день цыган. Рассказывайте. Рассказываю. Значит, 8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся первый всемирный конгресс цыган. И результатом конгресса было признано статус цыган, всемирный статус цыган. На нем был, значит, принят флаг и гимн цыган. Гимн цыган называется «Джелем, джелем, в дорогу». Это единственный, наверное, гимн, под который можно танцевать. А цыгане себе не изменяют даже в этом. Да. А вот флаг, он из двух цветов. Это голубое небо и зеленое поле. И на нем красное колесо. Это... Повторяется. Это символ кочевой жизни. И красный, в общем-то, это тяжелая кочевая жизнь. И такой же символ, в общем-то, есть у флага Индии. Вот, как чакра она. Вот такой крест. То есть можно сказать, что цыгане в некотором роде родственные народу Индии, они, индусы? Они даже не в некотором роде. Это да, действительно, это предки, в общем-то, это Индия. То есть сначала были цыгане, а уже потом пошли индусы? Нет, вначале это были, наверное, индусы, и это одна из каст, это цыганская. Володя, будьте добры, вы возглавляете областное общество ромов Николаевской области. Как сегодня живут именно цыгане в нашей области? То, что они рассеяны по свету, конечно, это хорошо, но вот именно в нашей области. Ну, на сегодняшний день очень заметно, что цыгане стали оседлыми. И многие уже укоренились в нашем городе, имея при себе и статус, в общем-то, жителей города Николаева. Как правило, раньше они мигрировали в Россию, из России, а на сегодняшний день все живут здесь, на Украине. Цыгане, уже пришло то время, когда стали осознавать, что необходимо учиться. И сегодня будем говорить, что 85% подростков и детей уже занимаются в школах, обучаются. И многие стали студентами высших учебных заведений. Вот буквально недавно, позавчера приехала из Киева одна из наших участников нашей организации, из «Аура Дрима», которая побывала в Киеве на конгрессе молодежи, цыганской молодежи. И должна была тоже сегодня быть на этом мероприятии. Но она студентка педагогического университета, и на сегодняшний день очень много занятий, она сегодня не смогла приехать, а рассказала бы очень много интересного. А вот, кстати, несмотря на то, что мы работаем в прямом эфире, к нам сейчас присоединится к нашей беседе еще одна гостья, о которой только что говорил Владимир, но пока она будет к нам присоединяться и пока она придет в себя, для того, чтобы телезрители вы смогли ее увидеть и услышать, нам Владимир еще расскажет несколько слов о цыганской жизни. Вот, например, Володя, я знаю, что в 2012 году в селе Красное Кривоозерского района был открыт цыганский памятник. У нас, дорогие телезрители, есть фотографии этого памятника. И я попрошу нашего режиссера Вадима Кирчева. Вадим, будьте добры, покажите нам, пожалуйста.
Ну, вот на этой фотографии это наш коллектив и жители села Красненько. Значит, на территории этого села Красненько, значит, было много цыган, более 1000 цыган, которые вели их румынские солдаты, и на кладбище ихнее, это большое поле, за селом, их расстреляли за одну ночь всех. Всех? Да. И долгое время жители не могли найти, в общем-то, и узнать, где все-таки это случилось. Вот, говорят, растут камни и растут кости. И вот начали выходить из-под земли останки этих цыган. И жители города, жители этого села, решили вот своими силами такой организовать памятник. И в 2012 году он был открыт. Но мы поддерживаем с ними отношения. В этом году у нас тоже запланирована поездка туда, где мы с коллективом там даем и концерт, возлагаем цветы к памятнику погибшим цыганам. А к нам присоединилась гостья Виктория Черная. Правильно, Виктория, да, я вас правильно называю? Вы руководитель детского цыганского ансамбля «Терне-Рома». Да. Друзья мои, прошу любить и жаловать. Посмотрите, вот такая красивая цыганская девушка. Да, добрый день. Виктория. И мы только что говорили с Владимиром о том, что цыгане и индусы в какой-то мере родственники. И вот вы принесли и поставили на стол вазу с двумя слонами, да? Да, и да, вот да. Смотрите, видите, цыгане никогда не обманывают, господа. Вот вам, пожалуйста, подтверждение. Я хочу сказать, что совершенно недавно, тоже вот буквально неделю назад, детский коллектив «Терне-Рома» приехал с фестиваля, вот, о котором рассказывает сейчас Виктория. Виктория, будьте добры. Итак, вы руководитель детского цыганского ансамбля. Вообще, если так можно сказать, что у цыган в крови танцы и песни, но, тем не менее, их нужно направлять еще в нужное русло, вы и занимаетесь, да? Да. Чем мы и занимаемся, конечно, только вот приехали с фестиваля индийского и цыганского танца в Полтаве, привезли 15 золотых медалей и одну серебряную. Планируем ехать еще на новые фестивали, конкурсы. У нас в коллективе очень много деток, и маленьких, и больших, с 4-летнего возраста начиная. Все они любят петь, танцевать, конечно же, всем нравится выходить на сцену. Всех пытаемся приобщить к искусству цыганскому, цыганского творчества, фольклора, научить правильно танцевать, красиво. Вот, стараемся. И вот эти медали, которые лежат у нас на столе, господа, посмотрите, это все награды наших николаевских юных цыган. Да, это маленькая часть, да, наград, которую я смогла с собой взять. Там награды из фестиваля в Полтаве, и в том году мы были в театре «Ромен», единственном театре цыганском в мире, и привезли оттуда тоже первые места. Вот этот слоник, это награда с Полтавы, как за самое яркое выступление, и вот этот вот подкова, это награда за первое место за массовый танец. Еще очень много было сольных номеров, дуэтов, и все детки выступили на высшем уровне, и Николаев, я могу сказать, среди детского творчества цыганского находится, наверное, впереди всей Украины, наверное, самый у нас большой детский коллектив, именно цыганский детский коллектив, который сейчас есть. У нас очень много деток приходят, и мы стараемся это популяризировать, нести в массы, пытаемся как-то сделать это искусство модным на сегодняшний день, потому что сейчас все отходят от народного творчества, все хотят что-то современное, там хип-хоп и все остальное, мы пытаемся популяризировать, как это только возможно, делать рекламу, выступать, можно сказать, за руки затаскивать детей к себе на тренировки, и когда они уже приходят, они уже не хотят от нас уходить, потому что у нас коллектив большая дружная семья,
мы помимо тренировок всегда общаемся, встречаемся. Если мы все вместе, это очень много веселья. И детям, и родителям очень нравится в нашем коллективе. Это нам прививает Владимир Александрович. Я уже вот 17 лет в его коллективе. И он мне это привил. Я стараюсь это привить сейчас нашим детям, подрастающему поколению, чтобы это был большая цыганская семья. Дружная, да. Большая цыганская семья. И хоть вы, Виктория, сказали, что сейчас несколько отходит на задний план народное искусство, но мне кажется, что искусство цыган, их песни, их пляски, они никогда, не то что не выйдут из моды, просто они не должны уйти из нашей жизни, ибо наша жизнь тогда совершенно обеднеет и станет просто черно-белой. Друзья мои, у нас есть фрагмент выступления народного цыганского ансамбля «Бахтале» под руководством Владимира Юрковского. Вадим, наш режиссер, сейчас покажет. Вадим, будьте добры, давайте посмотрим и увидим, как это красиво. Не можем жить без шампанского и без табора, без цыганского. И хотя наш гость Владимир Юрковский сказал, что цыгане принимают уже оседлый и ведут оседлый образ жизни, но тем не менее без цыган, Володя, жить невозможно. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день коллектив старается, вот наше такое, будем сказать, тяжелое время. Если бы, в общем, только думать о том, что вот вокруг столько всего наслаивается нехорошего, и вот когда мы выступаем, мы видим, как люди дарят нам улыбки, аплодисменты, говорят: «Боже, как хорошо, что вы есть!» Мы забыли сегодня о всех наших денежных, неприятностях, да, вот, финансовых недостатках и всего. Вот, поэтому мы стараемся как можно больше. И я бы хотел сегодня пригласить, пользуясь случаем, что мы в прямом эфире, значит, господа. Мы 9 апреля в 16:00 во Дворце культуры «Корабельный» будет состояться большой праздничный концерт ансамбля «Бахтале» и ансамбля «Тернерома», вот, на котором, в общем-то, этот вход будет бесплатный. Это концерт для жителей нашего города. Мы вас всех очень ждем, вот, и вы получите массу позитива. Массу позитива, господа. Итак, Дворец культуры «Корабельный» в 16:00 9 апреля вас приглашает цыганский ансамбль «Бахтале» на яркое цыганское шоу «Бахтале собирает друзей». Ну а так как вы являетесь друзьями, то, конечно, вы тоже уже приглашены. Володя, вы возглавляете областное общество ромов Николаевской области. А вот у меня чисто такой вот вопрос. Есть
ну, как из фильмов, из литературы, мы знаем, что есть цыганский барон. А есть, как выясняется, и глава областного общества. Есть разница между этим? Ну, конечно, есть. Дело в том, что цыганский барон, это выбирался, в общем-то, табором, с семьей. На сегодняшний день я как председатель, я не барон. Я председатель областного общества, который, в общем-то, помогает цыганским семьям, помогает молодым людям встать на правильный образ жизни, вот, делать все то, что необходимо для защитить и в правовом смысле защитить эту национальность, вот, показать хорошую сторону этого народа. Барон, у нас в нашей Николаевской области есть почитаемые люди. Люди, в общем-то, уважаемые, да. Те, которые, в общем-то, старейшины, да? Которые входят в состав цыганского суда. Вот. Потому что собираются несколько человек, значит, очень достойных. Их приглашают, и они разбирают дела цыганские, вот, и там даже, наверное, обычный суд так не может решить этот спор между людьми, как вот такой вот цыганский суд. И он всегда выносит справедливое, справедливое решение. Справедливое решение для одного и для другой стороны. И при этом вы еще и руководите народным цыганским ансамблем «Бахтале». Владимир, у вас очень много времени, конечно, забирает и вот первая ваша должность как глава областного общества цыган Николаевской области, плюс еще руководитель народного цыганского ансамбля «Бахтале». Кстати, сколько ему в этом году лет? На следующий год мы будем праздновать 40 лет коллективу. 40 лет, господа, 40 лет цыганскому народному ансамблю «Бахтале». Представляете? На следующий год мы будем отмечать и будем проводить второй всеукраинский фестиваль, ромский фестиваль «Бахтале собирает друзей». В прошлом году мы провели, и вот через год решили, что будем проводить, через год будем проводить такие фестивали у нас в Николаеве. У нас уже есть опыт прошлого года, провели мы очень достойно, на хорошем уровне. Вот. Где-то порядка, наверное, 5000 было зрителей на нашем фестивале. Фестиваль проходил 2 дня. Вот. И завершением этого всего фестиваля, это был гала-концерт во Дворце Украины. Вот. Полный аншлаг людей. Вот. 1200 человек. И где-то концерт длился более 3,5 часов. И ни единый зритель не вышел из зала. Вот. Так что на следующий год мы будем отмечать и 40-летие коллектива. Это будет посвящено и второму всеукраинскому фестивалю. Ну, даст Бог, доживем до следующего года. Пока мы еще живем в этом году, в 2017 году. И вот вы знаете, когда мы смотрели фрагмент выступления вашего ансамбля, там выступали и дети. Виктория, это ваши воспитанницы? Да. Маленькие девочки, да, маленькие, которые уже так профессионально трясли плечами. То есть это уже ваша работа? Да, это уже моя работа. Еще это не самые маленькие, есть еще меньше. Это уже средняя группа, можно так сказать, есть еще намного меньше. Эти детки уже ходят 2 года, 2,5, и они уже так хорошо довольно-таки танцуют. И вот я заметила, что, ну, вообще сложно представить себе цыгане. Это гитара, музыкальное сопровождение, и это скрипка. Кто из телезрителей немножечко знаком с этим музыкальным инструментом, скрипка, он знает, что для того, чтобы научиться хотя бы извлекать из скрипки звуки, то для этого этому предшествует большое время, количество времени для занятий. А как у вас, цыгане, просто взял скрипку и заиграл? Нет, у нас тоже репетиции, мы тоже собираемся, вот, подбираем репертуар. Это очень скрупулезный, тяжелый вопрос. Вот, в подборе репертуара у нас есть тоже свой художественный совет, в который входят все буквально
вся аккомпанирующая группа, и скрипка, и гитара, вот, и вокалисты, все-все. Мы сидим и обсуждаем каждый номер и подбираем. Вот, что бы ни хотелось. И чаще всего, конечно, берем в репертуар старинные таборные цыганские песни, те, которые песни уже уходят из жизни. Мы их омолаживаем и в работу пускаем. Старинные таборные песни. Да. Это которые передаются из уст в уста. Ну, они из уст в уста, они уже, в общем-то, на сегодняшний день просто мало поются. Вот. Сегодня есть очень много таких шансонов под цыган. Ну, вот. А те старинные таборные песни, они, в общем-то, и плачи есть, и протяжные песни, и наоборот, очень взрывные песни. Те, которые на сегодняшний день молодежь думает, что они уже устарели. Мы решаем, что эти песни должны жить. Ну, это и душа народа, если конечно. Есть песни, которые плачи. Потому что обычно, как люди привыкли к искусству цыган, это веселые песни, это яркие, это взрывные песни. Но цыгане и плачут. Но они должны чередоваться и с теми песнями, с которыми, в общем-то, раскрывается душа. И ты себя ощущаешь в другой какой-то, в каком-то другом пространстве. Вот. Если ты будешь все время радоваться, наверное, это тоже не очень хорошо. И их надо чередовать, чтобы между радостью было какое-то сопереживание. Вот тогда вот в этом есть нерв цыганский. Будьте добры, друзья мои, сегодня вы у нас в студии, в прямом эфире. Вот самая отличительная черта именно цыганского народа от всех. Да, конечно, цыган не спутаешь ни с кем, хотя они сродни индусам. Но все равно, индусы это одни, а цыгане это другие, а наши цыгане, то это вообще наши цыгане. Но отличительная черта именно цыган, которой нет ни в каком другом народе. Ну, кроме того, что это кочевой народ, да, но есть много разных кочевых народов. На сегодняшний день я бы сказал, что, в общем-то, вот эта свобода, при всем при том, что сегодня цыгане очень похожи на другие национальности, но эта свобода, она передается в походке. Она передается в улыбке, она передается в характере, в разговоре. Поэтому я бы быстро бы определил моментально, какого бы ни было племени, вот, что это цыган. Вот, я не знаю, по духу, да? По тому духу, да, который, да, он излучает, да, дух свободы. Да, да. Но, может быть, поэтому и цыгане вот кочевой народ, потому что именно свобода и стремление к широким просторам. Вот, казалось бы, я был в Аргентине, и там было много всевозможных наций, национальностей. И я как-то моментально вычислил, что это цыгане. Чем объяснить? И со мной начали говорить по-цыгански. Тусанром, я говорю, сейчас. И они все понимают. Дело в том, что корень-то цыганский, он везде единый. А уже где проживают цыгане, там, значит, тоже нарастание других вот, слов и... А с чем связано то, что сегодня уже цыгане ведут мало кочевой образ жизни, а все-таки больше оседают на определенных местах? То есть уже нет таборов, а есть просто цыганские поселения? Вы знаете, цыгане живут... Или цыгане живут как хотят. Хотят, кочуют, хотят, живут. Сегодня кочуют, допустим, уже тоже не на бричках, а кочуют в хороших машинах и с прекрасными... Женщинами с прекрасными, да, обязательно. Да. Поэтому сегодня сказать, что кочуют так цыгане, им тяжело. Хотя я вам скажу, что в России еще есть кочующие цыгане. На бричках? На бричках. С шатрами? В палатках, да. Вот в Челябинской области мы проезжали когда-то. Я был удивлен, что наше время, казалось бы, вот, ну, цыгане еще кочуют.
Дух свободы в цыганском народе неистребим. Друзья мои, у нас осталось совсем мало времени. Я бы хотела, чтобы и вы, Виктория, и вы, Владимир, под занавес несколько слов для наших телезрителей. Ну, я хочу воспользоваться опять же моментом, всех поздравить ромов с нашим праздником. Вот. Амэм бахталы, састы, зорале, састипе, счастья всем, радости, благополучия. И чтобы в новом году нам не видеть беду. Хотелось бы, чтобы все пришли к нам сегодня на концерт, получили удовольствие. Хотелось бы, чтобы в детский коллектив приходили новые детки. У нас интересно, у нас очень творчески, хорошие руководители, хорошие ребята. И главное, что плохому не научит. Виктория, ну тогда одно слово, потому что уже совсем нет времени. Да, я, используя случаем, всех приглашаю к нам в коллектив. Не бойтесь приходить, берем не только цыганских деток, обучаем всех, кто хочет быть с нами рядом, быть в нашей большой цыганской семье. Друзья мои, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Я напоминаю, что 8 апреля Международный день цыган всей земли. Так что, друзья мои, будем его праздновать. И чтобы вы не знали беды никогда. Це була розмова на тему. На все добре.